Столица Татарской автономной республики Казань расположена на левом берегу Волги, там, где река поворачивает на юг. В Казани много мест, связанных с именами великих людей. Студентом Казанского технического училища был Киров. Рост и развитие Казани неразрывно связано с ее благоприятным географическим положением. В XVI веке на высоком холме у реки Казанки был построен Кремль. В наши дни на Кремлевской площади установлен памятник Мусе Джалилю, поэту и национальному герою Татарии. Мировую известность снискали университету научные открытия химиков Казанской школы. В Казанском университете учился Владимир. Здесь состоялось его первое революционное выступление.